11 июня 2019 год, 22:46 по Киеву. Продолжаем безуспешные попытки уловить чистое небо для того, чтобы насладиться зрелищами Юпитера. Близко подошедшего к Земле, 640 миллионов километров до Юпитера нынче. Вчера было противостояние, Юпитер находился на одной линии с Землей и Солнцем. Как ты быстро убегаешь. Никак не хочет в кадре задержаться. Так, из 4 галилеевых спутников вижу только 3. Один наверняка спрятался за Юпитером. Ветерочек нам еще помогает. Треногу штатив качает. Нет бы комаров разогнать. Молодые, это третья попытка. Уже не пойму, насколько она удачная. Будем смотреть на большом экране. Сейчас посмотрим еще разок на Луну. Традиционно. Красавица. Красавица. Ветерочек стих, и было бы вообще великолепно. Ну и так неплохо. Так, Сатурна еще нет. Ты посмотри, сколько здесь насекомых. Гряда красивая. Что же это такое? От двух кратеров. От кратера нагромождения грунта лунного. Так, сейчас попробуем аккуратненько тебя. Перенаправил. Молодец. Молодцы.
такая щербатая. Скоро полнолуние, тоже надо будет выйти поснимать. Вроде хорошую погоду обещают. Но вот эта проклятая дымка. Нет идеально чистого неба ни разу за год. Все время какие-то... пленочки на небосводе. Ну хорошо, будем заканчивать. 11 июня 2019 год, Харьков, 22:53 по Киеву. Упс.